Всем привет, всем здравствуйте. Поднимайся, народ, гулять пойдем. У нас такая погода, как у вас погода, и пишите. У кого дожди, у кого грибочки, у нас сух, у нас лето. Прямо, вы знаете, вот и лето пришло. Тра-та-тара. Не знаю, надолго, не знаю, нет. Прогноз не смотрела. Но солнце светит. Ну, кто ветровочка, кто футболочка, в общем, как всегда. Я сегодня буду гулять в двойном экземпляре, хотя сказать, в двойном размере. Ибо вчера проштрафилась. Я вчера не выходила гулять, потому что монтировала видео. Вот, видите, как дома жарко, аж щеки красные. Значит, что я хотела сказать? А, вчера монтировала видео по кардигану. Ну, только блогер поймет блогера, да, зрителям даже забивать галошки не буду. Ну, сначала сделать фотографии, да, потом отобрать, потом свести видеоряд, смонтировать. Ой, это я в 9 часов посмотрела, у меня обычно рабочий день, но надо как-то съемочный, часов 6-7 закончить. А это уже 9 с чем-то, был вечер 21, я говорю, вот это я даю. Ну, правда, получила много комплиментов, это хорошо. Вчера потрудилась на славу, впервые за не полгода ли я не гуляла, это неправильно, это нехорошо. Поэтому сегодня у меня в плане съемок будет такой лайтовенький, я себе сделаю выходной. В плане вязания я не знаю, вряд ли я что-то сегодня начну. Жду посылку от Эльвиры с носочной пряжей. А Эльвирочка, не жди, Танечка. Что-то там я не знаю с доставками. У меня что, идет 3 дня? Шло раньше. Идет 10 дней. А что шло 10 дней, идет 20 дней. Вот, спасибо, Эльвирочка. Вот, успокоила. Ну, когда-никогда дойдет. Хотя сегодня я хотела, чтобы посылка пришла. Я за кадром, ну, руки в кадре показала. Те 10 моточков. Ничего еще не напутала. На 5 пар. Ну, в смысле, 5 цветов. Да, 10. Вот. Придет. Распакуем. А сейчас на прогулку. Видите, сколько солнышко? Сколько солнышко. У нас открылась аптека, которая была закрыта несколько. Так, сейчас мы дедушку пропустим. Несколько, ну, дней, а может и месяцев. И мне вот интересно, там работают те же девушки, которые работали. Уж такие хорошие. Аптека-то другая. Я не помню, какая была, но другая. Сейчас мы это проверим. Так, ну что, сегодня работают незнакомые. Буду надеяться, что просто это другая смена. Так, девчата, зеленушку берем. Берем. Предлагаю пожарить картошечку с шампиньончиками. Кто за? Поднимаем руку. Как я люблю селедочку вот в этих баночках. Прям на вилочку и все. Так, творожок берем. Никакого обезжиренного. Вот. 9% возьмем. Если уж брать, то чтобы жирок в твороге был. А это вот что такое? В общем, мне там объясняли, почему надо, не надо брать обезжиренное, я не помню. Так, в эту сторону даже не смотрим. Не смотрим, сказала, в эту сторону. Кто посмотрел, будет таким же толстеньким, как Танечка. Кто не посмотрел, тот молодец. Так, а вот сюда смотрим. Смотрим и выбираем. Выбираем, выбираем, выбираем мы, что-нибудь выбираем. Может, по стилу? Так, сюда тоже смотрим. Посмотрели, посмотрели. И прошли мимо. Лучше всего так. Силу воли в кулак и прошли мимо. Смотрите, какие красавцы появились. Один уже купили. Сразу в домиках. В другой кассе тоже есть новые кактусяты. Но мне достаточно. Но вам покажу. Еще на той кассе есть красивенькие. Они новенькие, да? Их, да. Их не было. Вы же посмотрите на эту осеннюю шедевру. Махонький кустик от горшка два вершка. И уже красивый. Видите? Нижние веточки. Это, наверное, ботанику надо знать. А я-то думала, сначала краснеют макушки.
типа соки, воды там, что еще, не доходят от корня до верха и краснеют. А потом уже низушки. Видите, а здесь немножко по-другому. И красные, и желтенькие, и зелененькие. Ой, ну какая краса! Какая красота! Это все осень. Художница осень ночью так чих-чих-чих пришла, нарисовала. Скоро художница зима придет. Сейчас фотографию мы с вами сделаем. Красивую. Красивую, красивую. Девочки, что касается вязания, у меня пока глухо, не до него. Но я сегодня хочу довязать полочку у своего жилета. Жилет – это жилет из джелонга. Вот он сейчас очень у нас солнечный. Хорошо, я в тенечек спрятала. А так у нас прям вот солнце с солнцем. И вот я хочу показать расцветку близко. Прям она вот сейчас такая, как есть. Как же приятненько. Это я сейчас образец тоже подготовила, чтобы показать. Я с джелонгом работаю впервые. Очень мне нравится. И когда я прочитала, вот при покупке этой пряжи, я, значит, читала, что он почти как кашемир. Где у меня шпаргалка-то? Вот. Вот шпаргалочка. Вот как эта пряжа называется. Почти как кашемир. Я не понимала, что это, как, потому что кашемир в руках не держала. А теперь, когда немножко стала работать с кашемиром, понимаю, что да. Они очень похожи. Я бы вообще не разобрала вот так, если бы показали мне. Может быть, еще раз постирать образец. Но я уж их тут соединяла с этим самым. Ну, плед все собираюсь, плед образцовый. Очень красиво. В общем, сегодня моя задача довязать. Нового ничего начинать не буду. Просто вот, ну, не настроена я на это. Не настроена. Сейчас чуть-чуть дома посижу, еще гулять пойду. Правда, уже без телефона. Так что продвижения будут. Вы ж посмотрите, какая идиллия. Приблизить-то не могу. Кошечка и котеночек рыженький. Черный куда-то убежал. Ох уж эти мопеды где-то там. Проснуться я им колбаски брошу. Да. Красота какая. Тепло. Ага, рыжик, где твой чернявенький дружочек? Так, может, вы у меня проснулись уже? Проснулись? Можно бросать? Ага, нашел. Я им раньше на подложечке выносила, все цивильненько. А потом, подождите, я вам еще кину. Ты куда? А они вжик и на земле где-то уходят кушать. Поэтому я сейчас особо подложечками. Ну вот. Рыжик, тебя оставили? Где ты там у меня? Вон, кусочек. И здесь тебе еще дам. Глупый или глупая кто-то там. Вот рыжик молодец. Нашел колбаску и кушает. Ну вот, перехвалил, тоже пошел куда-то. Ну куда ты там с колбасой-то, а? Чудо! Я ей бросила, думаю, вдруг они там под балконом сидят. Да, она вышла. Ну, черная, ее на земле не видно. Еще хочешь, да? Еще хочешь сейчас? Подожди, не уходи. Может, тебе сразу большой кусочек-то найдешь? Умница. Так, ладно, ребят, пойду я. Вот опять ушла. Ну куда? К деткам. Что? Что не поесть на месте-то? Сейчас я их покормлю тогда, молочком выйду. Вот и черный активизировался после еды-то. Молоко пили. Так, а теперь рыжий-то где? Оп, оп. Где-то вот тут они, два комочка. Друзья мои, смотрите, что мне изготовили из лома моего золотого. Так, давайте поближе посмотрим. Вот такая вот, девчата,
фигнюшечка. 5 сантиметров. Красота. Вы знаете, что я люблю, когда у меня в ухе что-то в одном побалтывается. То есть я могу в оба уха вот такие кругляшки. И на одном ухе будет побалтываться вот такая красота. А с другой стороны, и эта красота сама по себе может быть держалкой для подвесочек. Как вариант, просто подвесочка, да? И сейчас каким-нибудь колечком еще сделаем. Моя любимая жемчужинка. Но мне кажется, жемчужинку лучше на одну вешать. Так, телефон, не чумей. Хотя я... Вот моя любимая жемчужинка. Хотя, наверное, колечко здесь лишнее. Одну жемчужинку будет поинтересней. Да, определенно, одна жемчужинка смотрится интересней. И колечко одно, кстати, тоже будет смотреться здорово. В общем, вариантов масса. Она даже одна будет смотреться просто великолепно. Две сережечки, кстати, было бы вообще классно. Но у меня было вот лома на одну. А я люблю всякие штучки. Делал мне тот же потрясающий ювелир, что и вот эту вот цепочку. Просто кусочек цепочки, который я тоже разными способами привешиваю на кольца разного диаметра, в общем-то. У меня все просто. Вот. Вторая эксклюзивная штучка. Я делом сегодня займусь. Не знаю. Я не знаю ничего. На этом фоне я вам скажу огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И попрощаюсь, иначе я сегодня подосвиденькаюсь. Вообще ничего путевого и не сделаю. Прям каждый день что путевого это делать. Нет, вот от этих вещей. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.